с вами Сяня Масяня. Вот я, привет-привет. И сегодня я иду вместе с Мандаринкой Шоу и злым крошем ТВ, который убежал. Вернее, да, убежал. Вот он, злой крош ТВ. Вот так вот. А я Сяня Масяня. Привет. Вот, вот я тоже держу камеру, вот Олеся снимает. Ну вот, это новый канал Мандаринки Шоу. Не пугайтесь, старые видео тоже будут, потому что у меня там 39 мандаринок. Да, миллион мандаринок, короче. Ну, это просто... А у меня где-то 18 масянь. 18 масянь. Да, у меня на моем канале 18 масянь. А у меня 23. Кстати, ребята, я вот... Мои дорогие подписчики, я вот буду называть Масяней, потому что, как бы, ну, у меня канал Сяня Масяней, поэтому я буду вас называть Масяней. О, все, вон там уже злой Крош ТВ кричит. Мандаринка Шоу, побежали. Мандаринка, пошли. Все, я ставлю на паузу. И вот я наконец прибежал до злого Крош ТВ. А там Мандаринка Шоу и машинка. Я не буду палить номера. Ой, котик пробежал. Вон какая красивая кошечка. Чё? Нет, это просто был у меня вот такой вот блог, друзья. Как я уже сказал, я буду вас называть Масяней. Мои дорогие подписчики. Простите, что так долго не было видео. Просто, как бы, мне было некогда, надо было готовиться ко всему, ну, там, к школе, все такое. Ну, вы, наверное, сейчас скажете, типа, а чё, были каникулы, но мне надо было немного оторваться от Ютуба, Это видео выйдет либо завтра, ну, или послезавтра. Короче, когда мне кинут денег на интернет. Это где-то 15 числа, но я попрошу у своей мамы раздать интернет, и, наверное, я, ну, выложу, наверное, либо в пятницу завтра, или еще когда-то. Ну, в общем, простите меня, потому что я, ну, надолго поедал свою карьеру, и кто читает мои новости... У меня над каналом написано то, что я отменяю рубрику Playmobil. Кто не знает почему, я ее отменяю, потому что, ну, как бы, вы мало лайков набираете. И как бы... Ты чё, макуришь? Вот, короче... Я не удивился, это Олеся. Короче, простите, что я так как бы задержался еще раз. Ну, а почему нету рубрики Playmobil? Потому что я, как бы уже как сказал, то, что вы набираете мало лайков, и поэтому я ее отменил. Ну, если вы набираете мало лайков, значит, она вам неинтересна. Набирайте так. Под этим роликом 4 лайка. Вот. О, мы пришли к мусорным бакам. Йо, у меня уже вся рука замерзла. Так, что я это делаю? Вот такие вот офигенные. Кстати, ребята, подписывайтесь на меня ВКонтакте, добавляйте в друзья. Привет. И, короче, сейчас мы сразу же три этих ютубера, вот Злой Крош ТВ и Мандаринк Шоу с нашей Дианой, которую отключила ютуб. Нет, не отключила, я просто хочу робот снимать. Рапа! Олеся, тогда сделай ты что-нибудь. Олеся, забери свой сухарик. И сейчас мы идем в Марусю искать наши пульки. Фу. Ну, и в общем, я хочу как бы сделать новую рубрику. Это страшные если истории. Если ты будешь идти быстро, то я тебе просто отберу сокую бику, понял? Ладно, ладно. Вот, короче, я буду новую, как бы, рубрику. Ты медленно идешь, Вася, быстрее. Вот так, и снимай. Хорошо.
Я буду новую рубрику открывать. Это рубрика, как бы, страшные истории от Сяни-Масяни. И, короче, в них я буду рассказывать все, что было со мной на самом деле, и все, что было неправда. Ну, типа сны. Вот. Я сегодня расскажу. Представляете такую ситуацию? Идете в магазин? Итак, что я еще на этих вот выходных сниму видео топ, в котором я буду рассказывать топ-5 фокусов от Сяни-Масяни. С вами был Сяня-Масяня. И всем пока, мои масяни!